смотрите. Yes. Нет. Ты снимаешь? Да. Обзорчик нашего номера нового, не готельного. Куда? Давайте вот сюда. Ну, понимаете, что мы в госпитале, в больничке находимся. Ну, вот здесь вот такой вот палаты, представляете? Ну, I will change if really we go to operation. I'm still waiting, okay? For that, this one, but, okay, but you have to... Yes, but it's 2 minutes to change. Yeah. Do you have any, did you shave for this one? Yeah, did you shave Ну, чек, сейчас проверяем, как я... Okay. How about at the back? Cobrillon. Back, no, why? This only knee. Зачем мне спину брить? Sometimes you have this one, spinal anesthesia. No, no, not spinal, full. Не хочу spinal, full. Полная. Anesthesia, full, yeah, full. Can I just check, just in case only? Да ладно, сейчас. Пожалуйста, спину брить надо было, народ. Нет, подожди, это все не смешно, это серьезно. Если спинальное это, то а зачем нам спинальное? Ну, показывай, как она. Да. Ой, да, вот такой номерок. А, кстати, а скажи, что никто не предупредил, что надо брить. Nobody tell us that. Just we know from our experience that we must shave, but nobody tell us. Никто не предупредил. Это мы такие просто умные. Такой ведун. Ну, это, в принципе, вот подъезд, и тут все стоят эти машинки. And I can keep my stuff here? Yeah. Okay, mobile, телефон. It's okay, mobile, but those money cards. Понятно. А вот из это? Это? Ящички. А, ну ящички давайте есть, ну все нормально. Нет, так ящички есть. Сделали, ой, непонятно, как его тут. Что ты делаешь? Хочу ящичек открыть. А how is open? Maybe this? И вон шкаф есть. Окей, thank you. Я же видела, что ты рюкзак берешь. Last meal? Last food? Yeah. It was... Drink was maybe... В 4? 8 o'clock. Yesterday food. 4? Да, 4. Water? No. Ну, такой вид, конечно, уже подуставший, все. Аппаратуры, ну, посмотрим. Что по результату? Кроватка чистая, а ну. Ну, давай, рассказывай. Сестра уже ушла, дали вот такой набор. Платьишко и трусишки. Да, трусишки? Да. Еще и надо трусы менять, обалдеть. Да. Вот, сейчас покажу вам. Обзор номер. А ну подожди, что тут есть? Шкафчик такой, шкафчик сякой. А где ключики-то? А куда бы с другой стороны взять эти ключики? Не, сказали, чтобы ты их забирала, если что, всю дорогостоящую продукцию, что у меня есть. А кстати, на сережку она не обратила внимания. Не внимательно. Сережку в карман закину. В трусишки закину, если что. Не надо. Так, что у нас тут? Холодильник есть. Он работает? Да, работает. Работает, все есть. У нас тут два круассана с собой, можем круассаны положить. Слушайте, вот это вот номер, да? И тадам-тадам. Слушайте, вообще неплохо так. Да ты шо, это шо. Вот это такой номер нормальный. А странно, туалетная бумажка, смотри, большое, они маленькое взяли, прикрепили. Вот мерзавцы. Поняла? Пользованную. Ну, пользованную уже просто закрепили, типа новое. О, посмотрите, слушайте, ну, как вы ты. Как бы я сказала, мне это очень нравится. А что, серьезно? И зубная паста, и зубная щетка? Зубная щетка, что я не взяла. О, бритва, чтобы побриться. А как это, а как ей бриться? В смысле? Что стоишь? Как она работает? Ну, стоишь и шкребешь. Да ладно. Да ну подожди, как это? Там же зубчики как на эту, на машину. Я не знаю, ты задаешь много вопросов. Я вчера ногу побрила. Ой, я такого не... Это только у этих... У как его? Ой, боже. У англичан. Не-не, у хирургов, знаешь, такие они открывают. Такого не видела еще. Короче, народ, ну коротко смотрите, ждем одобрения моей операции на колени. Ждем одобрения, что-то компания страховая водит за нас. Ну, ждем пока одобрения. Вот. У нас такое впечатление, что они просто не хотят платить. Ну да, ну им придется. А сказал врач, сколько стоит?
такая. Говорит, а да так 15 тысяч дирхам стоит операция, у меня разорваны крестообразные передние связки. Ну, еще, правда, там что, проблемы с мениском. Что значит крестообразные передние? Она одна. Ну, вот, просто говорю, как есть. Крестообразные передние. И киста еще есть, киста, но тоже, говорит, она в каком-то таком месте, что ее трогать не надо. То есть, так понятно, только крестообразные мне должны сделать. Хочешь поиграться в кровати? Вот в такой вот прекрасной вот комнате будем ждать. Кстати, вот, если что, это, наверное, когда группа поддержки сидит. Но это еще маленькая комната. Потому что я приходила к моим коллегам, когда у Махмуда жена рожала, у моего коллеги там просто было, там две комнаты было, там такие диваны были. Ну скажи, такой подуставший госпиталь. Ну все равно как бы, ну страховая оплачивает. У нас, когда набивается, мы помним, в шестером там лежали, по-моему, спортсмены, сколько там было. В шестером. Я на коридоре лежала. Ну, кто на коридоре лежал, сами знаете, да? Как у нас все происходит. Ну, это, конечно... Я говорю, тут хорошо, широкие коридоры, тут в 5 рядов можно лежать. Давай выглянем, просто покажем. А, да. Коридор. На, показывай. Идите, ты умеешь лучше снимать, чем я. А чего? Он так стесняется просто. Я стесняюсь, да. Ну, вот широченный коридор какой. Вон рецепция, колясочки. Вот, что там, давайте вид из окна. Кстати, тут большая мечеть видна. В Ильяне построили большую-большую мечеть, красивую, она видна. Вот она. О, Наташа, тут мечеть видна. Вот красивая какая. Вот такой она, у нас это, вид. По-моему, имени этого сына, по-моему, шейха Зайда она называется. Халиф или Мохаммеда? Вот я не знаю, надо посмотреть внимательно. Ну, вот именно Зайд, что-то такое, я думала Зайд, но именно Зайда нет, не Зайд. Вот. Ой, рядом да. Айла отель. А он поле поливает, наверное, стрекой, бронзбой там прям. Да-да, поле вон какое-то, ж видишь. А вот маленькая мечеть рядом. Красивые тоже, да, такие? Да, вообще с такими узорами, красота. Красиво. А это она вечером еще большая мечеть, так подсвечивает. Ой, там такая подсветка идет вообще просто фиолетовая, красивая. Но мы там не были, потому что туда нас навряд ли пустят. Да, туда не пустят, да, только мусульман пускают. Кстати, там даже женщин не видела. Они где-то. Там, ну, там же обычно специальный вход для женщин есть. Не, Наташа все-таки пошла узнавать, как эта штука работает. Мы завалили, сидим здесь. Вот рюкзак. Пока переодеваться не хочу, потому что страховая жмутит что-то неясное. Так, народ, ну кто знает, как эта штука работает, пишите. Ну. Вот какая-то. Ну, это реально к чему-то оно крепит. Ну, как же оно работает? Мне кажется, ты держишь. А где крепит? Там дырочка есть? Да не, ну вот, как, вот что ну, не это? Знаю. Мне кажется, ты держишь просто. Если а как это переводится? Блейд, клипер. Клипер, это же, наверное, к чему-то? Ну, наверное. Бритва, клипер, слипер. Ну, вот как бы, если честно, подготовка к операции такая... Да, ничего не сказали. Вообще, ну реально. А вы побрили, типа, а с чего я должна знать? Вот у меня это хорошо мы знаем, реально. Такие про это, умные, в кавычках. И что с ней? Ну это реально, там на машинке какая-то штука. Она не будет. Значит, у нее машинка, сестра приносит и бреет тебя, и все. А, ну хоть и бреет да. Тебя от не знаю кого. Ну да. Так что, ах, вид такие... из окна посмотрим. Слушай, за такие деньги, это, конечно, капец. Ну, понятно, почему страховая так отбивается. Вот. Мечеть из окна. А вот я задолбанная, потому что не ела уже, не знаю, много. В 4 утра ела последний раз вчера и пила в 8 вчера. Ну, я вообще как бы, ну, меня такое не прокатывает. Мне надо очень хорошо поесть утром, мне что-то плоховато. Сейчас уже 9:09. Ту-ту! И страховая все еще телится. Уже первого человека на операцию повели, там что? Говорит, 9-летний ребенок, вторым я планировал тебя взять. Планировал тебя взять, и пока еще не ясно. Так что вот такие вот дела. Кстати, полотенце. Ты видела где-то полотенце? Не, они... хорошо мы свое взяли. Ну, я свое взяла. Наташа мне сказала взять. Не, они должны принести. А, мне тоже кажется, они принесут, когда, если все будет окей. Так, комната 204. Кондиционеры уже, кстати, мы выключили, потому что он так... Мы так намерзлись, будь здоров. Пока ждали там. Кондиционеры же в Эмиратах гадят, не знаю как. Да, я уже выходила так на улицу, не знаю сколько раз. Такая кровать, в принципе. Все время холодно. В принципе, если все пройдет норм, то это будет норм. О, открывается. Ура! А помните, мы пытались открыть в Геворе чи в Редисоне? Ну, в Геворе только полетать, конечно, но в Редисоне хотелось тогда открыть окна.
Они снимают, помнишь, как ты говорили, что на какой-то период, да, когда жаркий зимой период, можно. Они ручки снимают, чтобы не открывали, чтобы не это. А то нагревается так температура, чтобы срабатывает. Да, это, пожарная. Пожарная. Ну вот, народ, ждем. Проветрим, а то тут, наверное, никто не проветрил. Ну что, рассказывай. Наконец-то пришла медсестра, да? Да. Через сколько-то времени? 12:30 уже, представляете, уже писали, звонили. Пока в школу не написала, и они не написали, что, ребята, сидит наш как это, ну, сотрудник. Один из наших преподавателей, давайте что-то поделитесь, так не пришло к нему. Представляете, какие страховые здесь? Тоже будьте осторожны. Так, а что быть осторожным? Это ну, вообще... случай, ну, короче, пришла медсестра и что-то сейчас будет делать. Не знаю, что. Сейчас, да. А еще одна медсестра пришла. Ой. Yes, he knows. А спрашивали? Сколько лет назад я курила? Расскажи мне. Говорю, да 4 года назад. Что а что прокурила именно, интересно? А помню, я постоянно, после того, как мы с тобой заболели, когда в кратком теле, это вот спрашивают, и что-то у меня не того. Что-то то есть всякие процедуры будет делать, давайте, может, отключаться. Может. Ну что, ставила катетер, пыталась. У меня такое впечатление, я не знаю, но мне кажется, что она просто это, не умеет это делать. Он, синячина будет. А это зачем тебе надели? Стабилизейшн что-то сказали? Для красоты. Что? Для красоты. Для красоты? Не. Типа, наверное, чтоб это, чтоб прорвемся. Ай, блин. Опыт, который не хочется иметь, да? Ну, сказали, что я могу здесь находиться. Ну, ладно, посмотрим, сколько это будет еще времени. Ну, лучше я с этими вот здесь. Я... Что такое? Так я же говорю, я в этих вот медсестер, врачей, я не знаю, у меня какое-то предубеждение, поэтому лучше я буду здесь, пока не выгонят. Как здесь с госпиталя выписка идет у людей. Посмотрите, это все вот реально, вон цветы, с левой стороны, что там, миски с едой, потом чемоданы. Так мало того, что они... Подожди, уже запрятали? Напольный торшер еще понесли. С собой брали. Видимо, что для комфорта. Для уюта. Вот так вот люди здесь это любят. Ага, это помощница. Это, наверное, главное. Не знаю, меня что-то это так веселит, если честно. Выписка из больницы. Не, ну это хорошо, уже жив. Но выписка из больницы это только начало пути, как по мне, не? Ромашка, что скажешь? Ну да, представляю эту реабилитацию. Ну, реабилитация всегда, если у нас там операция на ногах, ну, такой самый сложный период. Ну, в смысле, тебе не тащить торбу с едой, с это, цветами, там 5 или 6 букетов. Я бы еду здесь ела, а торшерный. Так, слушай, подожди, стоп, я только это... Это какие-то приколы, но это реально. Это не приколы, это реально. Так там 2 машины, они грузят 2 машины. Капец. Это я понимаю. Вот это люди с комфортом отдохнули. Вот, это реально как на отдых какой-то. Как я в шоке. Это очень часто мы такое видим. Ну, как это? Их нравы, да? Блин, торшер вот не успела заснять. Может, и было сначала. Реально торшер прет. Ты думаешь, что она прет? Торшер напольный. Еще б кресло такое, качалку. Вот же торшер. Вот, смотрите, видите, они его сейчас будут впихивать. Вот, с торшером выезжают. Уже они в больнице взяли. Да нет, конечно. Что вынести из больницы, челлендж? А что ж у нас не было торшера? Это VIP-палата, да? Ну, телевизор можем взять. Я в шоке. Что, давай.
ставьте лайки, поздравляйте удачи. Все будет хорошо. Честно, Тёма. Страшно, но мы держимся. Да. После того, как мы поставили, пытались поставить катетер, очень страшно, ну ладно. Все будет хорошо. По-любому. Сейчас мы его там поставим, не волнуйтесь. Все, счастливо. Всё, давай, здорово. Тёма. Тёма. Давай. Да, закрой, закрой. До встречи. Пока Олечка отходит от наркоза, там не буду показывать, но все, слава богу, хорошо. Вот я пошла себе купила в столовке еду, потому что ж я не знала, как я думала, я домой поеду. Сказали, можно быть, но я и осталась. Значит, салат Цезарь вот такой вот стоит 10,50 дирхам. 10 дирхам 50 филсиков. Вот это вот. А что я взяла? Не капучино. Что второе? Латте 8 дирхам. Так, потом вот это вот пирожок называется Монакиш с затаром. Вот это затар. Зеленая такая присыпочка. Очень вкусная. Ну так я сейчас поем. А то я уже голодная. Сейчас уже сколько? Наверное, к 6 время близится вечер. Я тоже с утра не ела, но только круассан, слава богу, Оля взяла круассан. И вот это я поела. Ну все, буду кушать. Даже, слушай, вот такое мясо тут. Кусок мяса. Даже два. О боже. Ну все, наемся. Приятного мне аппетита. Спасибо на здоровье. Все, всем пока. Привет всем. Привет. Фу, еду принесли, еле вытянула. Наконец-то это. Привезти, уже почти это вообще, один раз Оля сказала, что я уже сейчас сама на костылях пойду. Так, что и что приперли? Это супчик бобовые. Это на нут какой-то этот. Ой, боже, это соя, это по-моему, или даже это. Что это? Или может мясо? Да. Овощи парные якісь и вермишель. И вот это что-то еще зеленое. А это макароны, это ДВ, это макароны. Слушай, а ты знаешь, шикарно живешь. Я как пометаю нам, меня только покормили в это. Рано с ранку на следующий день. Я съела все. Один кусок булки и паршивый борщ. Я никогда такого не ела. Ну вот. А что это такое? Ну попробуй вот это. Ой, оно такое зеленого цвета красиво на камере, а так-то непонятно. Сейчас тут такой ход. Как ты себя почуваешь? Шоца. Да. Шоца. Попробуй шо. А ну дай понюхаю. Не знаю, что. Это все полезно. Это, наверное, за то, что ты ругалась, они тебя наплевали. Фу! Ну шо это? Не знаю, что это. Ты знаешь, на что похоже? Я тебе хочу сказать, ну знаешь, на что это похоже? Ой, это что, щерять буду. Тебе есть нельзя, понимаешь? А ты орала, что тебе есть много. Знаешь, на что это похоже? Простите, может, с едой так нельзя, но вот ту же зеленую штуку я сама понюхала и отнесла бы. Нет, там нет у тебя ничего. Я отнесла быстро в туалет, потому что это что-то ужасное. Оно по аромату напоминает щавель, но какой-то не очень. А это нут. Вот это курочка, я уже попробовала. Очень курочка вкусная. Ну, хоть что-то. Может, по чуть-чуть. Там я 35 часов, наверное. Ну, люди понимаю, не едят и дольше, так что... А у тебя еще наркоз. Боже, народ, надеюсь, когда вы смотрите это видео, я уже бегаю длинные дистанции. Ну, я тоже надеюсь. Вообще не придуривайся, давай сейчас. Встала и пошла, да. Вперед. Морковочку не хочешь вареную? Ой, нет. Две штучки съела. Жди. Сейчас полежу. Только не мотай ни головой, ничего. Прикольно мне. О, кстати, да. Вот эта штучка для того, чтобы... Засовываешь морду лица и играешь смачно себя. Извините, просто я еще на наркозе. Классная штука, да. Самолет. Ну, короче, ну, честно, обещали 8 это, а потом... Можете я даже от этого... Просто я встала на костыли, мне стало тошнить. Девочка решила, что мне не надо есть. Ну, может, она и права. На нут идет. Ну. Хоть что-то. Ну да. Я же говорю, ну как-то меняет. Ну не то, что меняется. 8 лет назад. Какую там кушать? Ты лежишь еще как это. На следующий день, я же говорю, принесли борщ, ну такой поганый. Насколько я особо не люблю борщ, но он еще хуже был. И кусок булки. Она меня, помню, спросила, а вы будете все? Я говорю, да, я буду все. И вот это все, что я назвала. Я его стоптала, его всосала за 5 секунд. Я понимала, что я кация гедота, кроме булки. Ну, реально гедота. Но мне так хотелось есть, поэтому...
Кто голода не бачив, називається. А хто бачив, то все-все. А вот что это еще вот это, я не понимаю, макароны чем-то еще и помазаны? Нет, не хочется. Не хочется? А давай я дегустацию произведу. Давай. А что ты взяла? Заходи с другой стороны, я буду снимать. Да? А ты чем брала, ложкой или вилкой? Я брала ложкой. А то меня сейчас выгонят, скажут, на хлебница пришла. Пожрала и ушла. Ложкой ты брала, да? Подожди, кто-то звонит. Стой, выключаемся. Спасибо. Так, возвращаемся. Это мой head of the pump. Моя начальница звонила, вы знаете, да, я даже чувствую. На английском поговорила, на таком, как она на ломаном, так и я. Не очень. Короче, курочка в самый раз, я так думаю. Вот это можешь даже вот эту фасольку поесть. Ну, так это. Не, ну, я поем очень, вот, ну, это, вот это. Как говорится, не умрешь с голода, но это невкусно. Сейчас снимаю вот видео, меня мотает просто. Все, давай. Все, отключаемся, да. Народ, давайте. Вот так вот кормят. Доброе утро, друзья. Доброе уже утро. Следующий день, смотрите, Олечка вообще уже бодрячком. Она даже в туалет сходила. Да, сходила. Практически это, конечно, самостоятельно. Помню, да. Вон костылики стоят. А мы что, не показывали? Не вчера. А, вчера мы прикупили костыли. 151. Нет, 132. Что ты обманываешь? 132,50. 132,50, еще спрашивали, вам один костыль или два? Но вот эти вот, которые, вот эти... Еще было подмышки, а подмышки был маленький размер, только это. Так, вот это мое сегодня было спальное место, мне разрешили остаться, выдали подушку. Да, спасибо, даже что осталось, конечно, тяжко было. Хлебчик, круассан, по-моему, просто хлеб. Слушай, мне кажется, даже... Круассан, да? Бананы. Какой круассан? Это хлопья. Ой, хлопья. Хлопушки. Это что? А что, не знаю, ветчина. Так, это вот есть чай и масло. Да ты что, ничего себе. Яйцо. Ну, лучше завтрак, чем вчерашний ужин. Да, чего? Супчик, помнишь? Нет, супчик это вообще, конечно, было это нечто. Шо? Молоко? Нет, это водичка горячая, может чай бросить сразу. Ага, а вот это? Це не знаю. А це капучино. А це вот молочко, кстати. А, можно хлопья залить. Вот это я люблю. Ага. Ну, такой завтрак нормальный, в принципе, так. А что это еще? А вот же масло еще лежит. Ты говоришь, там а масло. А вот еще масло. Масло еще. А это не масло, это, наверное, сливки. Это все, сливки, перекутала. Это сливки. Вот еще... масло, вот джем. Да. Так что, ну, вот такой завтрак, народ. Я жила. Попросили еще водичку, так девочка сразу две водички, да, принесла, очень приятно. Правда, ждали мы ее 20 минут, я не знаю. Мы пытались это встать. Я нажала такую штучку, и она вот... Ну, да, как тут обычно. Странно, если бы может... я сама была, наверное, уже того. Ну да, как бы. Было. Ну тут, я не знаю, рассчитано сам все, да? Ну, сейчас поем, дадут медицину, потому что колено начинает болеть трошки. Да, кстати, обезболивающее. Тут парацетамол. Вон, вчера влили аж целый бутылек на ночь. Оля попросила, чтобы обезболить. Вот этот вот бутылек, я присмотрелась. Парацетамол. Я-то думала, что-то конкретнее. Нет, тут все лечат парацетамолом. И вылечивают же? Да. Так, ну давайте. Мой как? Лучший друг. Парацетамол. А я говорю, мой лучший друг Панадол всегда говорю. Так, а это, а что такое Панадол? Ну просто, тот же парацетамол. Я именно Панадол. Так. Торговая марка. Так, я пойду утречко, да, покажу. А ты давай хлопушки заливай. Такое у нас сегодня утро. Мне нравится, как этот мула, или как правильно называется, значит, свою молитву допел, причем вчера 5 раз и все время одно и то же. Пел, потом в конце. Так смешно было. Всем доброе утро. Что-что? От работы? Не, он после каждого, вот сколько мы слышали об этом, в обед, сколько там, в 6 вечера, еще вечером. Все, приятного аппетита всем.